Модные цвета для мужчин осенью, весной, зимой 2021-2022 года. Самыми модными палитрами в сезоне осень-зима-весна 2021-2022 будут коричневая охра, теплый и благородный цвет, который подчеркнет целеустремленный характер мужчины. Этот цвет похож на смесь горчичного цвета с кофеином, он выглядит спокойно, уютно и стильно. Можно подобрать образ в цвете коричневой охры с пастельными тонами, будет выглядеть очень модно. Индиго — глубокий темно-синий цвет, однозначно подходит лидерам. По утверждению психологов, мужчины, которые любят носить одежду цвета индиго, успешны и терпеливы. Выдержанный индиго – очень благородный и многогранный цвет. Он подходит для строгой повседневной одежды. Замша модельера – именно так назвали цвет, где соединились оттенки белого, серого и желтого. В итоге получился ненавязчивый цвет, который прекрасно подходит для осенне-зимнего периода. В таком цвете вы будете выглядеть стильно и неброско. Карамельный или теплый цвет, который гармонично будет смотреться на фоне осеннего города. Это богатый цвет. Одежду такого цвета желательно подбирать из кожи и вельвета. Туманный пастельный оттенок с легкой примесью лилового. Отличный базовый цвет. Куртки, пуловеры в этом цвете смотрятся шикарно. Не забудьте разбавить туманный оттенок более ярким цветом. Мода осень-зима-весна 2021-2022 на мужские куртки, образы, фото. Мужчины предпочитают парку другим видам верхней одежды, потому что она обладает рядом преимуществ парка, длинная, а значит способна защитить от ветра все мужские тулы. Нужно беречь свое мужское здоровье, в ней множество карманов, куда можно положить телефон, кошелек и прочие мелочи. Можно все компактно уложить в карманы и сумка или рюкзак не понадобится, теплый капюшон защитит голову от холода. Шапку можно не надевать, если вы не любите их носить, многие отдают предпочтение паркам спокойных оттенков. Обратите внимание и на модели более ярких цветов, которые выделят вас из толпы. В начале осени 2021-2022 года можно надеть легкую ветровку или тренч в стиле милитари. Любители стиля гранж могут отдать предпочтение кожаной куртке. На неделе мужской моды в Париже были представлены следующие модели мужских курток от Saint Laurent. Похоже, в моду возвращается бахрома и леопардовый принт. Мода осень-зима-весна 2021-2022 года на пальто-образы, фото. Можно смело сочетать бежевое пальто с аксессуарами оттенка коричневой охры, серым, синим. Если вы являетесь любителем более глубоких оттенков, можно отдать предпочтение насыщенному синему. Выглядит очень мужественно и стильно. В Милане прошла неделя мужской моды, на которой была представлена коллекция Dolce & Gabbana осень-зима-весна 2021-2022 года. В тренде длинные или средней длины пальто с яркими цветочными принтами. Также были представлены модели в стиле минимализма. Мода осень-зима-весна 2021-2022 года на дубленки, образы, фото. Дубленки плотно заняли свою нишу в моде и пока не собираются ее покидать. Основными модными особенностями мужских дубленок 2021-2022 является лаконичность, строгость, минимум фурнитуры, практичность. Длина дубленки может быть средней. В моде также короткие модели. Мода осень-зима-весна 2021-2022 года на мужские костюмы. Мужские костюмы уже давно перестали быть одеждой для официальных случаев. Не обязательно это должны быть пастельные, темные или светлые тона. Стритстайл допускает сочетание брюк и пиджака разных цветов, броские цвета, интересные аксессуары в виде необычных шарфов, галстуков и прочих элементов. Классику можно обыграть в романтическом амплуа. До сих пор актуальна клетка. Зимой костюм можно носить, сочетая с курткой или пальто. Элегантная классика для официальных и торжественных мероприятий. Модные мужские свитеры осень-зима-весна 2021-2022 года, английская вязка, образы, фото. Осенью и зимой 2021-2022 можно надеть свитер с зимним принтом. Это может быть сдержанный принт, а может быть яркий новогодний. А такие модели свитеров были представлены в новых коллекциях Givenchy и Dolce & Gabbana. Тенденции мужской обуви осень-зима-весна 2021-2022 года. Замшевые, дезерты бежевых, серых, коричневых оттенков уже не первый год на пике популярности. Их можно сочетать практически с любой одеждой, один удобный и стильный.
Модные дома показали, как удачно сочетать спортивную обувь с классическим стилем. Замшевые и кожаные Челси, классические туфли в модных цветах сезона. Что будет в моде для мужчин зимой и осенью 2021-2022 года? Отзывы. Сергей, мне нравится классический стиль. Часто шью одежду под заказ. Очень люблю подобрать самостоятельно фурнитуру, материал, выбрать фасон. В этом и есть проявление собственного стиля. В классической одежде так и хочется держать спину прямо, мужчина выглядит солидно и презентабельно. Не люблю спортивный стиль, короткие пиджаки. Максим, никогда не следую моде и новым тенденциям. Ношу ту одежду, в которой мне максимально комфортно. Главное, чтобы одежда была чистая и опрятная. Тем более за модой не угонишься, сегодня в моде один цвет, а завтра совсем другой. Алексей, недели высокой моды пока не для простых людей. В повседневной жизни такое не наденешь, тебя просто засмеют. Да и большинство этой одежды не отличается удобством и практичностью. Поэтому надо следовать собственному вкусу и выбирать практичную одежду. Я ограничиваюсь базовыми вещами и обувью, которую можно носить не один сезон. К качеству одежды и обуви требования высокие. Кристина, мне очень нравятся стильные мужчины, когда все подобрано со вкусом, модная обувь, хорошие сочетания цветов, аксессуары. Но при этом, мужчина должен выглядеть мужественно. Глаз от таких мужчин не оторвешь. Следовать или не следовать моде – дело вашего выбора. Но не забывайте о том, что стиль и мода не всегда одно и то же.